Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта «Рукодельный урожай». Добро пожаловать, гости и подписчики канала. Итак, приглашаю вас к просмотру нашего первого отчета по нашему новому совместному проекту, который стартовал 28 марта и завершится 1 августа. Отчитываемся мы один раз в месяц, у нас основной отчет, и по понедельникам у нас промежуточные отчеты, где у нас есть минимальная норма по 200 крестиков. Вот, прошел месяц, поэтому мы готовы представить наши результаты, а результаты у нас великолепные, у нас уже есть и финиши, у нас очень много у девочек разных процессов в работе, которые продвигаются такими хорошими шагами. Вот, я думаю, что к концу нашего совместного проекта мы соберем действительно богатый рукодельный урожай, будем хвастаться нашими вышивками, радоваться. Вот. И самое главное, что у нас есть такая замечательная компания, очень много участниц, которые раньше принимали участие в СП, поэтому я думаю, что мы насладимся этим прекрасным путешествием, ну а вы, дорогие зрители, посмотрите на наши работы. Итак, первая участница – это Алевтина Капитан. К нам присоединяется с дизайном фирмы Dimensions Universal Unity, всеобщее единство. Номер этого дизайна 3822. Но у Алевтины это самоподбор. На начало процесса, на начало нашего СП было начато всего 5%. Вышивает Алевтина ниточками ДМС, ткань здесь Линда, 27 каунт, цвет голубой лед. Всего цветов 48 плюс бленды. На пятой неделе вышилось 750 крестиков. Я не буду перечислять по всем неделям, сколько вышивалось, но всего за время нашего СП, чуть-чуть больше месяца получилось, вышилось 3300 крестиков. Очень хорошее продвижение, вы видите, как подросла работа, и мы идем дальше. А это дизайн, который вышивает Настя Маркова, наш старинный друг, также блогер. Ссылка на канал Насти в инфобоксе. Настя заявила вот такой прекрасный дизайн, пишет, что автор этого дизайна неизвестен, так как нашла схему в интернете. Вышивает Настя этот дизайн ниточками гаммой на турецкой равномерке 27 каунта бежевого цвета. Используется всего 7 цветов нити мулине. Все вышивается полным крестом в 2 нити. И посмотрите, уже есть у Насти готовая финиш, готовая работа, как красиво получилось, очень нежно, очень элегантно, такая тонкая, красивая получилась вышивка. Поздравляем с прекрасным итогом. Следующая работа у нас от Елены Сметаниной. Здесь у нас дизайн Натальи Луневой, викторианский дом. Вышито на начало СП было немного, но вот сейчас, видите, уже есть хорошие продвижения. Елена взяла основу мурана, и здесь у нас ниточки гамма. Посмотрите за месяц, какие хорошие продвижения, очень интересный сэмплер. Каждая деталь, она, конечно, впечатляет. Желаем удачи с отшивом, ждем продвижений. Присоединилась к нам также Валерия Серегина. Валерия уже участвовала в наших СП, у нее есть опыт, такая опытная вышивальщица. Валерия присоединяется с дизайном от фирмы Чаривна Мыть, Маки и Ромашки. Вот такая вот красота должна получиться. Заменила Валерия основу на мурану 32 каунта. Мулине здесь ДМС плюс анкор. Это подбор у Валерии. И на начало СП было вышито 44%. И вы видите, что работа подросла, вышито уже 62%. Очень красивая работа. Ждем продвижения, ждем уже, конечно, финиш. Присоединяется к нам также Аленушка Сережина, наш старый добрый друг по многим СП.
Алена добавляет набор фирмы «Панна», охраняющий сновидения. Размер готовой работы будет 27 на 43,5 сантиметров. Используется 9 цветов плюс 5 блендов. Ниточки здесь гамма, канва темно-синего цвета, аида 14 каунта. Пишет Алена, что прошлым летом пыталась начать, но тяжело на темной основе вышивать, плюс пыталась сделать разметку. Схема хоть и крупная, но значки ужасно сливались, пришлось раскрасить, и будет пробовать продвигать. Ну, как вы видите, работа уже немножко продвинулась, и очень хорошо продвинулась. И хочу сказать, что у Панны есть такие дизайны, которые, ну, просто шедевральные. Вроде бы и простой дизайн, но получается настолько эффектно, что влюбляешься с первых крестиков. И этот дизайн не простой, потому что здесь темная основа и, в общем-то, цвета такие. Но посмотрите, какая замечательная разработка, насколько все дизайн смотрится очень объемно, глубоко, выразительно. Ну, я в восторге, поэтому будем ждать, конечно же, следующего. Также к нам присоединяется Ольга Важенина, тоже наш старый добрый друг по многим СП. И у Ольги несколько проектов. Во-первых, это нежные маки от фирмы Алиса. Пишет, что загорелась этой акварелью, начала по саге, но при сравнении с бумагой оказалось, что там куча ошибок. Хорошо, вовремя поняла и перешла на бумажную схему. Буду с вами заканчивать. Заменила также Ольга 14-ю аиду на линду 28 от гаммы. Размер работы 35 на 39 сантиметров. Ну и вот на сегодня букеты кувшин готовы. Ольга будет переходить к скатерти и пишет, что очень нравится Алиса и нитки, и схема. И по линде от гаммы работа идет очень-очень хорошо. Ну, у Алисы действительно очень интересные разработки, такие сочные, и вышиваются они очень приятно. И вот по фотографии можно увидеть, что очень получается действительно эффектно. Поэтому желаем шустрой иголочки и хороших продвижений. Также Ольга вышивает вот такой интересный дизайн на пластиковой канве. Это китайский набор, размер дизайна 14 на 20 сантиметров. Используется здесь 20 цветов мулине, схема бумажная, глянцевая. Также в набор входит подвес и игла. Ну и пишет Ольга, что в принципе по крестикам все готово, нужно теперь вышить бэкстич в 1, в 2, 4 нитки, сделать французские узелки, пришить бисер для заборчика, приклеить задник, закрепить на подвес. В общем, осталось много вот таких вот деталей. Но самое главное, крестики-то уже есть, поэтому потихоньку можно выполнить и отделочные работы. Кажется всегда, что уже вот чуть-чуть, но бывает так, что вот и отделочных работ, конечно, очень много и занимает много времени. Ну, главное, процесс продвигается, как раз к весне будет вот такое красивое украшение в интерьер. Еще один проект от Ольги, это подушка, называется «Бабочки», схема из интернета, основа здесь мурана 36 каунта, вышивает Ольга по саге, размер вышивки 22 на 22 сантиметра, используется здесь 15 цветов мулине, вышивается крестом в две нити. Пишет, что очень много четверть крестиков идут под бэкстич. Ну и вы видите, на каком этапе была работа и как она уже продвинулась. Конечно, дизайн потрясающий. Ну, я могу сказать, что это дизайн на года. Он, наверное, никогда не надоест. Такой нейтральный, в то же время очень выдержанный, спокойный. И я думаю, что подойдет практически в любой интерьер. Что ж, будем ждать подушку. Идем дальше. Встречайте работы Татьяны Буркицы, тоже наша завсегдатая участница. Татьяна заявляет, во-первых, вот такой вот интересный наборчик от фирмы «Жар птица гранаты». Уже часть вышита, есть немножко на начало нашего СП. И здесь была замена основы, была аида, и Татьяна сделала замену на линду от фирмы «Гамма». Вот, и мы видим, что уже работа завершена, есть уже финиш у Татьяны. Поздравляем и идем дальше.
Дальше Татьяна добавляет вот такой красивый дизайн. Это у нас дизайн, скорее всего, Мирабили, называется «Мечтательница», но это набор от фирмы Joy Sunday, хотя Татьяна здесь сделала замену, заменила основу на Обельхорн 28-го каунта. Бисер здесь будет чешский. Мы видим, как работа выглядела с левой стороны на начало нашего СП. Ну и с правой стороны мы видим уже, как продвинулась работа. Уже идет работа с бисером. Нежный дизайн, основа, мне кажется, очень удачно подобрана. Прекрасно. И вот, если я не ошибаюсь, по-моему, лицо тоже вышито петитом. Прекрасный дизайн. Ждем продвижений. Идем дальше. Еще один дизайн от Татьяны. Это наборчик фирмы Алиса. Вот такой прекрасный тигренок. Вышивается он на Аиде белого цвета, но Татьяна заменила на тоже на Аиду 14 аккаунта, но зеленого цвета. И очень, кстати, удачная замена. Получается вот так ярко, интересно, сочно. И вы видите, как за месяц подрос этот процесс. Ну, просто замечательно. Я вообще смотрю на работы, как они растут у девочек, и радуюсь нашему СП. Следующая работа у нас предоставлена Натальей Панчевой. Это дизайн фирмы Custom Crafts, называется «Счастливая пара». Размер работы 40 на 28 сантиметров. На момент вступления в СП было вышито 90%, и вот вы сейчас видите уже финиш. Наталья просто очень быстро дошила вместе с нами этот прекрасный дизайн. Еще один дизайн от Натальи Панчевой. Это вот такой вот интересный домовенок. Дизайнерская схема от Татьяны Бабошко. Называется «Сказочный гороскоп» серия. Вы видите, как работа выглядела на начало. И вы видите, как продвинулась. Всего дизайн, по-моему, 140 на 162 крестика. Вот такие данные. Ну и вы видите, как работа подросла. Наталья Кладова вышивает в нашем СП набор фирмы Риолис 1856, белые голуби, размер работы 25 на 25 сантиметров. Вышивка идет на Аиде 14 аккаунта, всего используется 22 цвета. И за этот месяц вышивки получилось 1800 крестиков. Точнее, это за четвертую неделю прибавилось 1800 крестиков. За месяц практически вышилась работа, осталось зашить совсем немножко. И вот пишет нам Наталья, что надеется, что на этой неделе уже сможет и завершить эту вторую работу. Действительно, очень хорошо она продвигалась у Натальи, такими большими темпами, шагами, каждую неделю очень много крестиков. Ну и работа получается просто потрясающая. Конечно, будем ждать уже готовую, постиранную, поглаженную, чтобы ушла разметка, и мы будем любоваться этими голубями. Также к нам присоединилась Яна Дудар. Присоединяется к нам с набором фирмы Dimensions Flowers on Joy. Размер готовой работы будет 45,7 на 22,8 сантиметра. Вышивается этот дизайн на черной канве 14 аккаунта, и на момент вступления было вышито 74%. Ну и за этот месяц Яна успела завершить этот дизайн и пишет, что это ее первый набор фирмы Dimensions. Вот так вот махом раз и все вышло. Получилось, конечно, очень ярко, сочно, красиво. Но Dimensions есть Dimensions. Поздравляем с такой прекрасной работой. И также продолжает участие Яна с еще одним Dimensions. Это дизайн называется Serenity Garden. Вот такой вот ангел садовый. Очень интересная работа, редко вышивается. Размер работы 222 на 220 крестиков. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. И на момент вступления было готово 63%. Тоже очень активно потрудилась Яна с этим дизайном. За 3 дня получилось вышить 7100 стежков. Работа продвинулась, и я думаю, что скоро мы увидим и финиш и этой работы.
Следующая участница Юлия Мясникова добавляет в наш СП набор фирмы Риолис Климатисы. Ниточки здесь Анкор, 26 цветов, и также есть 5 блендов. Вышивка производится крестом в разное сложение нитей от 1 до 3. Есть бэкстич в 1 и 2 нити. Серединки цветов дополнительно оформляются бисером. Канва здесь Aida Zweigart номер 14. Размер готовой работы 50 на 40 сантиметров. И здесь неполная зашивка. Схема цветосимвольная, читается легко. Встречаются одиночные крестики, но немного. Из отрицательного для такой канвы в изумрудно-зеленый цвет добавила бы еще одну нить, то есть не две, а три нити. При вышивке нитка скручивается и виден фон. Приходится потрудиться. Набор подарен моей сестрой после окончания вышивки, и оформление вернется к ней. И за этот месяц работа подросла почти на 2000 крестиков. Непростой дизайн, очень яркий, очень красивый. Ну и, конечно же, вот так он по чуть-чуть проявляется. Это очень-очень интересно наблюдать за этой работой. Завсегдатая наших СП Марина Филиппова, а также помощница ВК, добавляет дизайн, уже начатую работу. Это белая тигрица, схема фирмы Химера. И эту тигрицу Марина также начинала в нашем СП, но не успела завершить, потому что работа, конечно же, очень большая. И вот так удачно организовался еще один СП. И Марина, я думаю, что благополучно успеет завершить эту работу, ну, именно в этом СП. Также, если кому-то интересно, вы можете заходить в группу ВКонтакте и смотреть фотографии отшивов разных работ по всем нашим СП. Все там сохранено в разных альбомах. Итак, по данному дизайну, размер 250 на 420 крестиков. Используется 25 цветов плюс 7 блендов. Видите, цветов немного, а такая красота получается. Вышивка идет на Аиде 14 каунта ниточками СХС крестом в 2 нити. И размер готовой работы должен получиться 45 на 76 сантиметров. Вот такая красота. Видите, получается очень ярко. Конечно, большая разница именно с картинкой. В подшиве намного все ярче и интересней. Встречайте еще одну новую участницу. Мария принимает участие с авторской схемой «Ирис». «Дар Ириды» от Анны Кузнецовой. Размер дизайна 29 на 42 сантиметра, вышивается на Аиде 16 аккаунта ниточками ДМС. И на начало СП было отшито 42%. Вы видите этапы отшива. За последнюю отчетную неделю было вышито плюс 2800 крестиков, очень хорошо прибавилось. Ну и за месяц итого работа подросла на 64%. Всего лишь доросла к 64%, простите. Очень красиво, сочно получается, такая хорошая разработка. Знакомьтесь, Билли Ван Милли с не менее оригинальным сюжетом «Гостиная Коктеврана» от Елены Ларцовой. Материалы Мулине ДМС, канва Zweigart 18 аккаунта, цвет кремовый, размер работы 160 на 178 крестиков. Дизайн очень непростой, как нам говорила участница, и трудно вышивается. Но вот я думаю, что в нашем СП по чуть-чуть будет преодолеваться какие-то сложности и будет расти работа. Также работа переоформилась. Сейчас вышивается на раме, и мы видим, что работа действительно уже начинает обретать какие-то очертания. И также можно увидеть, что у этого дизайна замечательная проработка. Я с огромным предвкушением жду отшива, потому что очень-очень интересная разработка. Я думаю, что вам тоже будет интересно наблюдать за отшивом. А это дизайн Елены Васильевой. Здесь у нас, по-моему, набор фирмы РТО. Произведена замена основы с голубой на темно-синюю, каунт 16. Ну и вы видите, что работа очень хорошо продвигается. Пишет Елена, что, скорее всего, пришло ее время, и вот очень хорошо она вышивается, идет к финишу.
Смотрится, конечно же, очень контрастно на такой основе. Будем ждать завершения работы, так что желаем шустрой иголочки. Также к нам присоединяется Елена Семенова. У нее также есть канал на YouTube, ссылка в инфобоксе. И вы видите, что Елена присоединяется с очень непростым, очень интересным дизайном. Это набор от фирмы Goblin Set «Завтрак с омарами». Вышивается сюжет на гобеленовой сетке. Ниточки здесь 20 цветов. Размер готовой работы 29 на 29 сантиметров. На момент вступления в СП отшито 3 листа схем из 12. Ну и вы видите, как подросла работа, прям такими большими темпами растет за месяц, вот так хорошо она продвинулась, и я этому очень рада, получается очень шикарно, красиво, желаем шустрой иголочки и скорейшего завершения этой работы. Также к нам присоединилась Елена Классен, наша многопроцессница, скоростная игла. Как всегда, много сразу заявок, и все очень хорошо продвигается. Ну и так все по порядку. Во-первых, яркий подводный мир, набор фирмы РТО. Набор 2009 года. Работа должна получиться не маленькая, как пишет Елена, 21 на 54 сантиметра. Вышивается на серой аиде 14 аккаунта ниточками ДМС. Всего 37 цветов, блендов нет, техника выполнения крест в одну и в две нити. Ну и, как вы видите, Елена успела завершить работу. Пишет: «Ура! Я все же это сделала. В последний день каникул финишировала. Простынка получилась не маленькая, еле-еле в кадр вместила. Теперь так быстро вышивать не получится», — пишет. «Жаль, но вы увидите, что все-таки у Елены скорость очень хорошая и кое-что еще навышивалось». Следующий дизайн — это дракон-читальня, дизайн Екатерины Волковой, очень непростой дизайн, но также интересный. Размер этого дизайна 244 на 154 крестика, вышивает Елена на Белфасте 32 аккаунта, цвет серебристая луна. Ниточки здесь ДМС, 28 цветов чистых и 19 блендов из них. Техника выполнения: крест в одной и в две нити, полукрест в одной и в две нити, есть 3 четвертых креста, бэкстич в одной и в две нити, 10 цветов и также есть французские узелки, 3 цвета. Вот. И пишет нам, что если брать по саге, на работе прибавилось 14%, чему Елена очень-очень рада. Схема несложная, много аппетитов и дробных крестиков, но меня это не напрягает. Наоборот, я очень люблю дробные крестики. Ну вот бэкси здесь очень зубодробительные. Самые легкие здесь — это чешуйки дракона. Вот такая вот очень детальная, интересная работа. Немножко сложная, но, наверное, в созвездии всех остальных дизайнов потихоньку можно ее отшивать. Золото заката от фирмы Овен. Размер готовой работы 39 на 23 сантиметра. Работа выполняется на аиде 18 аккаунта белого цвета. Ниточки ПНК имени Кирова. Количество цветов 31, из них 27 чистых цветов и 21 бленд. Техника крест в две нити. Ну и вот вы видите, что работа подросла за этот месяц. Также нам Елена пишет, что эту работу я хочу посвятить памяти моей мамы. В январе этого года ее не стало. Это самый долгостройный из всех моих долгостроев. На обороте превью написана дата начала 16.02.2017 года. Просто взрыв мозга. Вышито 3240 крестиков из 44280. И итого вышилось на этой работе 1500 крестиков. Пишет Елена, что этому очень рада, что работа наконец-то начала двигаться. Но с нами всегда все получается, у нас норма такая доступная, поэтому по чуть-чуть работы двигаются. Ну и, конечно же, за месяц набираются крестики, видны продвижения, работа достойная, поэтому обязательно все получится.
Еще одна работа Елены – баст, бисерный набор от фирмы Abris Art. Здесь используется 13 цветов бисера, в том числе 4 цвета ювелирного бисера. Размер готовой работы будет 31x47 см. Количество бисерин 11021. Вот. Неполная зашивка, как вы видите. Оригинальный, очень интересный дизайн. Я думаю, что он потихоньку тоже обязательно вышьется и будет очень эффектно. Такие работы, они, с одной стороны, не очень притягательны, но когда вышиваются и оформляются, создают определенный вот этот дизайнерский эффект. Поэтому, конечно, мне кажется, что главное начать, а дальше уже все будет замечательно. Также к нам присоединяется Виктория Румянцева, которая часто принимает участие в наших СП, с дизайном фирмы Анкор Майя, называется Pensive, номер 01121. Размер готовой работы 28,5x28,5 см. Вышивает Виктория на AIDE 14 аккаунта кремового цвета. Муленый анкор 24 цвета. Техника крест и полукрест в одной и в две нити. Также есть петит в две нити, бэкстич в одной и в две нити, французские узелки. Ну, такие вот продвижения за месяц. Очень хорошо продвинулась работа. Также к нам присоединяется Ирина Остапенкова с набором от фирмы Риолис. Вот такая прекрасная девочка, куколка. И благополучно Ирина завершила этот дизайн в нашем СП. И также хвастается своей второй такой отшитой парной работой. Редко отшиваются, но я думаю, что после просмотра этого отчета, после этих фотографий, я думаю, что очень многие девочки обратят на этих куколок. Они очень хорошо проработаны, очень красиво смотрятся, особенно в паре. Поздравляем с финишем! Также к нам присоединяется Ольга Таршина с китайским набором фирмы НКФ. Называется Poppy, это MAC, да? Размер 43x38 см, вышивается на 14 каунте с нанесенным фоном, схемой на основу. Используется 27 цветов. За первый месяц вышито немного, но есть уже начало. Очень яркая будет работа. Желаем шустрой иголочки. Второй дизайн от Ольги. Это также Joy Sunday. Называется Kissing Cats. Поцелуи котят. Также 14 каунт. Размер работы будет 33x34 см. Используется 28 цветов. Неполная зашивка. И также есть небольшое начало. Будем следить за отшивом этого дизайна. И третий дизайн, который заявила Ольга, это малыш и аист. Тоже НКФ. Размер 46x42 см. Вышивается на AIDE 14 аккаунта, также с нанесенным фоном. Используется 16 цветов. Неполная зашивка, совсем маленькое начало. Но и здесь и немного вышивки, поэтому надеемся, что Ольга быстро справится с этой вышивкой, и мы будем смотреть на готовый результат. Так, ну и моя работа, конечно же, это тот дизайн, который я хочу завершить в первую очередь. Он давно стоял в очереди, поэтому время его пришло. Это у нас набор фирмы Panna из серии «Стихии», подушки. Это дизайн называется «Вода». Вышивается на AIDE 14 аккаунта. Размер работы будет 32,5x32,5 см. Ниточки здесь гамма 36 цветов. Полностью все гамма. Прекрасная комплектация. Ниточки короткие, но не доставляет каких-то сложностей. Складываю в две и вышиваю. Легкий, приятный дизайн. Вышивается быстро и легко. Единственный минус — это то, что черный цвет закончился на самом раннем этапе. И второй момент, то, что я бэкстич заменила, он по ключу должен вышиваться черным цветом в две нитки, а я вышиваю в одну нитку. Вот, ну и так, в принципе, все хорошо идет. Вы видите, какие продвижения у меня за месяц. И вот, знаете, я тоже для себя сделала вывод и смотрю и у девочек, как идут продвижения, какой прогресс. Отчитываться каждую неделю все-таки это очень большой стимул.
у кого как получается, у кого 200 крестиков, у многих побольше, и вот так работы у нас хорошо продвигаются. Я довольна и своими результатами, и вашими результатами, очень радуюсь, что у нас вот за первый месяц все так замечательно получается, работы вышиваются, значит, наш рукодельный урожай к сентябрю будет богатый, насобираем вышивок и будем потом хвастаться. Вот такие у нас новости. Спасибо за участие, за ваши прекрасные комментарии. Ставьте лайки, пишите девочкам комментарии. Будет всем приятно. Заходите в нашу группу ВКонтакте. А на этом у меня все. Желаю хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока.